Привет, ребята! Сегодня я, шеф-повар Виталий Истомин, вместе с Гипфл приготовлю невероятное блюдо – жареную картошку с луком, яйцом пашот, сметаной и щучьей икрой. Истинно русское народное блюдо. Начнем с картошки. Берем крупный корнеплод и экономкой экономно его чистим. Полюбуйтесь на это, ребята. Немногие умеют экономно чистить картошку. Я вас научу. Раз и все. Как пергаментная бумага. Смотрите, какая экономия. Берем самый острый нож и режем картошечку. Вот такими пятачками. Красиво, элегантно. Теперь я пожарю свою картошку на сковороде из нержавеющей стали, которая не вступает в реакцию с пищей. Серия Абсолют. Внимание, ребята, запоминаем. Простое, народное, растительное масло. Здесь его не жалеем. Картошечка масло любит. Налили. Складываем. О! Пока картошка у меня жарится, я очень элегантно, медленно и аккуратно сварю яйцо пашот, которое ни у кого никогда не получалось, кроме как у меня. Для этого возьму воду, добавлю в нее капельку уксуса. Что это даст? Это даст белку быстрее свернуться. То есть белок с помощью уксуса быстрее сворачивается, и у вас получается красивая форма яйцо. Сюда же добавлю соль. Посолили. И возьму простейшее яйцо. Сделаем маленькую воронку. Закрутили. Выбиваем яйцо. Опа! И варим ровно 1 минуту 30 секунд. Запоминаем и засекаем. Самое важное в яйце пашот — не давать ему бурно кипеть. Потому что если оно будет кипеть бурно, то белок вот так вот весь разрушится и не получится ровной текстуры. Ждем. Минута 30, ребята, засекли. Ой, румяная какая картошечка получается. Ну что ж, мое яичко готово, товарищи. Теперь ждем картошку. Яйцо готово, картошка жарится. Чтобы не терять время зря, я порежу лук. Берем обычный репчатый лук. И режем его маленькой, тоненькой соломкой. Картошка готова, теперь я к ней добавлю мелко нарезанный лук. Кто-то скажет, что это за шеф-повар, который готовит картошку с луком. Простейший рецепт, мы и сами умеем. Но помимо этого, здесь у меня яйцо пашот. Щучья икра, сметана, свежая зелень. Невероятное сочетание, о котором вы наверняка никогда не слышали. Картошку перемешали с луком. Накрываем крышкой и даем немножко пропотеть. Баня для моей картошки. Пока картошка у меня потеет в сковороде, я порежу зеленый лук, ребята. Энергично, наискосок. Белую и зеленую часть все используем, все в дело. Так. Сюда же нарвем свежего укропа. Просто нарвем, вот так. Перемешаем нашу картошечку. Ой, вкуснятина! Запах какой! Не завидуйте. Теперь можно посолить. Прогреваем яйцо пашот в горячей воде. Выкладываем картошечку. Элегантно. Вот. Сюда же сверху яйцо пашот. Чик. Ложку жирной сметаны. Ложку щучьей икры. Не жалеем. И все это посыпаем свежей зеленью. Легкое блюдо для худеющих. Жареная картошка с яйцом пашот, сметаной и щучьей икрой. Приятного аппетита. Пока.
Друзья, подписываемся на канал Гипфл, ставим лайки, пишем комментарии и улыбаемся.